Нет. Теми. Сколько стоит шашлык, чтобы покушать в Баку? Всех одно место, два парня сидят, два делают это жирно, хорошо курят. Свежее мясо, шашлык, два вот это, сыр, один тарелка, салаты, помидоры, огурцы, один бутылка 0,5 минеральная вода, хлеб полностью 9 или 10 манат. 10 манат это 10 долларов. 10 долларов. Больше не делают. Нормально кушают, два люди выходят, как надо. Два человека 10 долларов, они... Даже, может, два, это 0,5, пиво тоже дают тебе. Некогда место есть, даже дешевле. Только пиво. Это Баку. Это Баку, который говорят дорого. Але Баку. А мы районы поедем. Районы вообще дешевле. Районы это делают 7 долларов. Районы есть 7 долларов. Вот как, чем ближе Баку, там дорого. Это 10, больше 10 долларов? Не может быть. Самое хорошее место поедешь, кушать 10 долларов. Если от Баку поедешь 200 километров района, там рестораны, этого мы кушать 7. 6 даже доллар дают, вот это кушать. 6 долларов, что такое, это 20 лет кушать. У нас дешевле. Скажи, пожалуйста, вот чай ты сказал. Чайник, вот один большой чайник, 8 стекан находится. Лимоном, ланкаранский лимон, желтый лимонами, крепкие, как это раньше. Сахары бывают. Сахарами 50 копеек. Даже два чайника сделать 1 доллар. Люди, вот, люди, которые воевали в Карабахе, после войны. После войны, ветераны, первая группа, второй, третья группа, машины тоже. Квартира тоже дают. То есть всем дают? Всем дают. Даже вот это каждый месяц это пенсия тоже дают. Пенсия сколько дают? Пенсия самая низкая 200 евро, начинает до 300-400 евро. Какой класс? Первый больше. Первый то есть класс. Это 200 евро достаточно? Третья это группа. Да, третья группа. Да. То есть второй это... 300 где-то 50, а первая группа вообще 400, даже машины ока. Также двух-третью комнату дают. Везде хама. То есть это 200 долларов минимальный. Каждый месяц дают. Это хватит покушать семью тоже? Нормально живет, дом даже это коммунально не дают. Свет, газ, вода, ничего не дают. Не дают, ничего только, не платят? Только один год после это, с Новым годом бумаг дают. Допустим, воевали, пишется, все. Бумаг дают, все. Никакой ничего не дают. Коммунала ничего не дают. Деньги. То есть Азербайджан своих ветеранов да, очень ветераны. Хорошо смотрит. Даже беженцы, не ветераны, беженцы сколько есть, они квартира, ничего не дают. Хлеб не купят. Подожди, ты беженец из Агдама? Да, Агдама. Тебе да. дают все? Меня, я тоже ветеран, если я не ветеран не был, не воевал. Каждый человек, 20 евро семья, каждый день. 20 евро это хлеб не кушать. Говоря, ага, да. Каждый месяц. Даже через два месяца это помощь, мука, макароны, везде. Последнее время мало да. дают, деньги больше дают. Свет, газ, вода без проблем. Бесплатно. Не, бесплатно, да. Клиенты с хлебом. А, клиенты нет, неплохая. Люди говорят так, что я все равно не даю. Сколько? 93 года. Это из Агдама, я больше семья. Доступ до продукту дают, деньги дают. Тебе квартиру дали? Квартиру тоже. Да, квартиру, да, квартиру тебе. Двухкомнатная дали мне. Двухкомнатная, это квартира или дом? Новый, ремонтный, евроремонт дали. Все. Я не сказал, где там Баку. Баку, района, везде. Да, нет, главное, что у них есть дом. Дом есть. Раньше мало было, раньше как там люди много было. Потихоньку сделали. Почти сейчас 10% осталось общителя или школы. Они уже выходят. Через год не будет никто. Все там дом будет. Мало осталось. И один год ветераны, вот дети, вот пусть этих ветеранов. Ветераны, пусть никто не воевали. Все равно одинаково смотрят. А вот чтобы институты учиться туда-сюда, это все бесплатно, есть, да? Например, бесплатно тоже. Скидка есть, да, кого-то, да, да, а если у него отец умерла, война, да. то, конечно, бесплатно, ага. деньги не дают. А, вот. Да, конечно, есть, а у нас хорошо. Ты скажи, вот свет, газ и вода будет... Это... Газ, вода из Нагорного Карабаха, кто беженцы вообще не дает, даже потом,
например, молодое, другое место, как это родился. Родился, даже он у него отнимает, если из Нагорного Карабаха он должен не платить. Газ, вода, это... Ничего не платит. Не платит государство. Бумаг только, один год бумаг. Да. Ադրբեջանական խսիս փախստականների համագումարի նախագահությունը բազմիցս իր հայտարարություններում խոսել է եւ դիմել է Մինսկի խմբի երկրներին, նրանց համանախագահներին այն հարցով, որ ժամանակն է ադրբեջանական խսիս հայ փախստականների խնդիրը ներքաշել նաեւ Մինսկի խմբի քննարկումների սեղան, սակայն որևէ արձագանք մինչև այժմ չկա. Մենք որպես մեր իրավունքների վերականգնման հարց փորձեցինք բարձրացնել Բագարան քաղաքի կառուցման համար հողահատկացման մեր խնդրանքը, նամակ հղեցինք ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանին, ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանին խնդրանքը, որ աջակցի այդ հարցում, նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսին, պատասխանը ամենայն հայոց կաթողիկոսից այսպիսին էր, մոտավորապես ինքը օգնում էր մեր քայլերը, մեր բարի աշխատանքը եւ փոխանցում էր հարցը Արցախի թեմին։ Արցախի թեմն ասեց, որ ադրբեջանահայության խնդիրներով ինքը չի զբաղվում։ Ինչ փնում է ՀՀ նախագահին, նա պատասխանեց նամակի բովանդակությունը բացարձակ խուսանավելով, որ դա իրենց լիազորությունների սահմաններում չի։ Ինչ փնում է ԼՂՀ-ին, մինչև հիմա որևէ պատասխան, որևէ արձագանք չկա։ Փորձում ենք թե վարչապետի, թե նախագահի աշխատակազմի միջոցով կապեր հաստատել, ինչ որ քայլեր ձեռնարկել, բացարձակ արձագանք չկա։ Տպավորություն կա, որ ադրբեջանական խսիս փախստականների իրավունքների վերականգնման որպես խոչընդոտ այս պահին գործում է ԼՂՀ իշխանությունը։ Դա մեզ համար իհարկե աբսուրդ է ու անհասկանալի։ Ադրբեջանահայության այս մեծ հատվածը գրել է աշխարի ամենածանր զրկանքները, սկսած իր հայրենիքի կորուստից, վերջացրած ֆիզիկական բնաջնջման հանուն մի բան է, Արցախյան անկախության, եւ այսօր բացարձակ քան լռություն անտարբերություն է։